După 3 zile de luptă aprigă, campionatul național de caiac canoe între seniori și maieștri a luat sfârșit. Cei mai buni sportivi din întreaga țară s-au întrecut pe distanța de 200, 500, 1000 și chiar 5000 de metri. Campionatul s-a desfășurat la canalul de canotaj din Bălți. La competiție au participat peste 100 de canotori din Republica Moldova, printre care și cunoscuți sportivi Oleg și Sergei Tarnovski, Maria Olărașu și Daniela Cociu. Прошел хорошо, 4 золотых, медали, 1 серебряная, уступил только брату на 5 километров, мы там рядом заехали. Самое важное в этом виде спорта – это дисциплина, тренировки, то есть слушать тренера и исполнять правильно технические элементы на воде. Хорошая дистанция, очень тяжелая, к ней никогда не будешь готов, то есть она всегда преподносит свои какие-то сюрпризы, и то есть еще хорошо, что сегодня погода способствует, не очень жарко. До борьбы, да, все 5 километров он просто не прекращался, было очень тяжело, и как бы чувствовалось, что дышит в спину, наступает на пятки, то есть близко все. Да. Дарья Майкан a obținut medalia de aur în finala probei de 200 și 5000 de metri la caiac. Я очень рада своей победе, а также проведение соревнований мне тоже очень нравится. Ну, все честно, все организовано. Я еще не ездила ни на Европу, ни на мир, но хочу. Andrei Bobco are 19 ani. Acesta a cucerit medalia de aur la proba de 1000 și 5000 de metri la caiac. Было достаточно тяжело. Все пацаны очень старались, было видно. Все тянулись, все хотели победить. Я считаю, что соревнования очень хорошие. Всем рекомендую. Как бы, если вы не занимались греблей до этого, хотя бы попробуйте, придите попробуйте. Это стоит того. Эмоции незабываемые. Спортивы и тренеры лор сустин, что сау приготить интенс пентру компетиция. Результатом очень сильно доволен. Выиграл дистанцию 200 метров в одиночке. Показал очень хороший результат. Прошел дистанцию за 36 секунд. Конкуренция была очень серьезная. Тут просто решает доли секунды. Я, в принципе, доволен результатом своих подопечных, потому что конкретно данные соревнования очень высокого уровня, высокого спортивного мастерства. Здесь участвуют звезды гребли молдавской. И поэтому моим подопечным очень-очень сложно. Однако ребята и в полуфиналы прорвались, и в финалы прорвались. Для нас это, можно сказать, большой успех. Potrivit organizatorilor, scopul campionatului național de caiac canoe între seniori și maieștri este completarea lotului național și selectarea sportivilor care vor participa la cele mai importante competiții internaționale. Эти соревнования отборочные, просмотровые для членов национальной команды, но для нас, как для, ну, для федерации, главное все-таки тот уровень, который мы пытаемся преподнести и здесь воссоздать в Молдове мировой уровень по мировым правилам соревнований по гребле, чтобы дать возможность нашим спортсменам научиться выполнять и знать эти правила. Соревнования, конечно, идут с соблюдением всех правил, то, что уже отрадно, что к этому приходим, и сами участники более осознанно к этому относятся. Тренеры, представители команд начинают уже за этим следить. Campionatul național de caiac canoe s-a desfășurat pentru al doilea an consecutiv în municipiul Bălți.